огромная пощечина Путину и даже не по лицу. Ну, хотя, где у него там лицо, еще поди разберись, в каком месте, конечно. Во что приведет и во что выльется полное бегство России из Сирии, как это повлияет на ход российско-украинской войны, и почему некоторые политики, политологи, эксперты более чем уверены, до Нового года мы уже увидим начало переговоров. Я не вижу предпосылок, возможно, я ошибаюсь. Меня зовут Ирина Узлова, и с нами традиционно еженедельно Михаил Шительман, политтехнолог. Михаил, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Сразу хочу сказать, что не только вы не видите предпосылок для переговоров, но вот еще к вам президент Зеленский присоединился сегодня, который объяснял это Трампу через социальные сети. Но в то же время Зеленский говорит, что именно Трамп и, возможно, еще Китай – это те, кто может повлиять на Путина. Есть версия, что еще и Эрдоган, тот, кого боится, скажем так, даже прямо вот так говорил Зеленский, кого боится Путина. В Польше премьер-министр Польши, известный нам всем Дональд Туск, заявил, что есть возможность начала мирных переговоров по Украине уже этой зимой. Как вы полагаете, а он чем руководствуется и насколько действительно эта возможность на самом деле далека? А если не так и далека, то Путину нужны же не переговоры, а просто заморозка, или я что-то путаю? Путину нужны как раз переговоры, а не заморозка. То есть ему нужны бесконечные переговоры, которые можно растягивать. Поэтому он выдвигает все время самые абсурдные, самые нелепые требования. Как затянуть любую историю, любой конфликт? Выдвигает самые абсурдные требования. Да. А теперь, пожалуйста, там, когда вы не хотите покупать булочку с изюмом, вы сначала спрашиваете, сколько стоит булочка с изюмом, когда вам сообщают, говорите, а можете выколупать все изюмины, разложить их в ряд, пронумеровать каждую, и тогда я у вас все это куплю. Вот примерно такие предложения, сейчас таким предложением выступает Путин. Причем как сам, так и через Пескова, которого он послал выступать, по-моему, в субботу, после встречи в Нотр-Даме, когда была встреча в Нотр-Даме в субботу, то после нее сразу по горячим следам Песков напомнил условия, на которых Путин готов к переговорам, что мы должны сначала отдать России 4 области в дополнение к Крыму и Севастополю, полностью, естественно, да, потом только мы должны отказаться от вступления в НАТО, после чего перейти к обсуждению стамбульских так называемых договоренностей, которые их россияне придумали, их не существует, никто ни с кем ни о чем не договаривался, то есть уменьшать нашу армию и так далее, и так далее. И так далее. Вот. И это все предварительные условия. Все предварительные условия для переговоров. Поэтому, безусловно, сейчас никаких предпосылок ни одной не существует. А то, что говорит Зеленский, это говорит, вы можете надавить, вы можете заставить Путина. Вы это Трамп и вы это Китай. Вы можете что-то сделать с Путиным, чтобы он перестал вот всю этой ерундой заниматься, а действительно занялся настоящими переговорами. Михаил, мне о булочке и изюме вспомнилась книга Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито», одна из моих любимых, где ты тоже давал главному герою, он как будто его такой ментор, ну, кому интересно почитать, и задание заходить в кондитерскую и просто, дабы быть более в себе уверенным, говорить, что я хочу тот хлеб, нет, не этот, нет, вы нарезали слишком тонко, нет, слишком толсто, нет, дайте, пожалуйста, тот круассан, а он точно свежий, а в нем точно шоколад будет выливаться изнутри. Ну, так и действительно, да, и вот так, чтобы, наверное, на фоне провалов, которые все-таки есть, пытается придать себе уверенности российский диктатор Путин, потому что, мягко говоря, у него все не слава богу. Но с другой стороны, без вот этих всех озвученных и Песковым, и Лавровым маразматических постоянно на рефрене требованиях, о которых вы вспомнили, вышел глава внешней разведки РФ Нарышкин. Он, кстати, не говорит о требованиях, но говорит, мы подходим к окончанию достижения цели СВО. Он просто какую-то другую риторику сейчас озвучивает или о чем это заявление? Вы знаете, я думаю, что если выписать просто в дружный ряд заявления Путина, Пескова, Лаврова, Нарышкина, ну, для начала просто, я даже не буду там... Медведева давайте даже отложим в сторону, ну, самые крайние случаи отбросим. Вот 4 человека хотя бы, я не буду брать Аптиалудинова, там, Медведева, только ту топ-четверку, в общем-то, которая как минимум имеет право на подобные высказывания, то мы увидим, что эти высказывания всегда противоречат друг другу, что в разные моменты времени они сообщают совершенно разные вещи. В разные моменты времени разные вещи. А уж такое понятие, как цели СВО, о котором говорит Нарышкин, это наиболее абстрактное понятие в этой войне. Никто в России ни разу не определял официально, в чем цель войны. Никто, ни разу и никогда. Еще раз говорю, на официальном уровне. Хотя отдельные чиновники периодически их озвучивали. Ну, например, могу вам озвучить цели России на 2024 год. Целями России в войне на 2024 год были взятие Харькова, взятие Одессы и взятие Днепра. Это вот конкретные цели, которые так или иначе озвучивались разными
очень высокопоставленными российскими чиновниками в это время. Не получилось опять. Не просто не получилось. Два из этих наступлений не получилось даже начать. На Одессу нечем. Флот разгромлен. На Днепр не смогли дойти до туда, откуда надо, по идее, начинать такое наступление. Не смогли до туда дойти физически. И, наконец, на Харьков вот оно провалилось. Сегодня просто необычный день. Мы с вами, когда это записываем, сегодня 7 месяцев со дня начала наступления российского на Харьков. Я имею в виду вот это наступление 24 года, 7 месяцев. 7 месяцев назад они собирались взять Харьков за какое-то короткое обозримое время. И на телеканалах российских они обсуждали только один вариант. Харьков сносит с лица земли в процессе этого наступления, полностью убивая всех людей там оставшихся, потому что, как говорил Соловьев, там наших уже не осталось, мы можем всех уничтожать, кто остался. Или же все-таки пытаться его окружать и захватывать вместе с людьми. Вот. Но, как видим, почему-то они застряли в Вовчанске. А помните, как лихо они начинали, да? В первый же день они оказались в центре Вовчанска, в первый день 10 мая. Сейчас они отступили на окраины Вовчанска. Прошло 7 месяцев. 7 месяцев. Там полег весь африканский легион в Харьковской области. Там полегли десятки тысяч российских солдат, безусловно, в этой Харьковской области во время этого наступления. А Путин после этого сказал, что? А мы и не собирались захватывать Харьков. Ведь в этот раз даже не стал Венедиктова выпускать. В прошлый раз Венедиктов говорил, что а мы не собирались брать Киев, говорит Венедиктов, собирались просто напугать Зеленского. Вот такое было выступление пропагандиста российского Венедиктова на тему взятия Киева. Ну, постфактум, как бы он объяснял, что Киев брать не собирались. Не собирались, понимаете, вот так вот. Поэтому нету, все обсуждать всерьез их заявления как бы смысла нет, просто нет смысла. Нужно только ситуативно, когда они что-то говорят, то с некоторой долей вероятности они преследуют какие-то цели. Тоже, кстати, не факт, да, что эти цели настоящие, что эти цели не между собойчик. То есть что то, что сообщает Нарышкин, он ведь может сообщать Патрушеву, а не нам. Понимаете? Угу. Это он, может, Патрушеву говорит, все цели достигнуты. Да, возможно, да. Путин говорит. А может, вообще патриарху Гундяеву говорит. Мы же не знаем, кому он там говорит, что все цели достигнут. В чем его цель, его месседж. Вот, поэтому... Всерьез, как бы, ведь на чем попадались западные политики? Прям реально попадались, очень многие до сих пор бывает. Они воспринимают всерьез все это. То есть они воспринимают российское политическое руководство как настоящих политиков, а не просто банду, как бы, неких бандитов, которые преследуют свои какие-то личные цели и захватили действительно огромную страну вместе с ядерным оружием. То есть это не пиратские требования, а как бы государственнические. Но это же полная ерунда. Мы ни разу не слышали настоящих государственнических требований. Даже Лавров, будучи министром иностранных дел России, в разговоре с Карлсоном, ему дали возможность объяснить, донести все до американской аудитории. Вместо этого он рассказывал, что он хочет лично, а не что хочет Российская Федерация. Он хочет лично, чтобы с него сняли санкции, с ним разговаривали западные чиновники. Ну, хотеть не вредно, тоже много чего хотим, но да, возможно, они просто убеждают сами себя или Путина, говорят, что у них все по плану, и с 10 мая Харьков берется, который не взялся от слова совсем. Президент Украины Владимир Зеленский действительно говорит, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов, чего не могли сделать другие, но для того, чтобы привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир, нужна решительность. Хорошо, а эта решительность, мы ее можем увидеть до 20 января или увидеть после 20 января, и в чем она, и от кого может происходить? От администрации США, от новых контактных групп с разных европейских стран по поддержке Украины, этих новых таких ситуативных или локальных, скажем прямо, альянсах, или в санкциях и снижении цен на нафту. В чем мы ее должны увидеть? Да, давайте начну с этих новых контактных групп. Давайте. Интересно, заметили ли вы, Ирина, что чего не было в ноябре? Вы знаете, чего не было в ноябре? Рамштайна. Нет, должно было быть в ноябре, а не было в ноябре. Саммита мира по форме правильно, мира. Саммита да, мира второго. Вы же помните, нам обещали второй саммит мира. Я хотела ехать, да. Да, и многие, видите, вы запомнили, потому что вы хотели туда ехать, планировали. А многие журналисты у меня спрашивали в разных, во всех каналах вообще, с разных стран мира меня спрашивали, скажите, а вот в ноябре же будет второй саммит мира, говорили мне. Когда мне говорили об этом? В августе. Понимаете? Я тогда в августе сказал простую вещь. Ребят, да не верьте, это все неправда. Да, вы говорили и на стримах своих, что это все пока анонсируется. И мы говорим, что мы готовы там видеть Россию, но Россия не хочет туда ехать. И смысла в его проведении?
Поэтому мы смело говорим, что мы готовы видеть Россию, зная, что она туда не поедет. Мы смело анонсируем этот саммит мира, зная, что его не будет, что нам ничем не грозит. А почему мы так смело все это делаем? Потому что мы знаем, что единственная цель этих разговоров о саммите мира 2 – это оттянуть время до президентских выборов в США. Победит Камала Харрис, начнется новая жизнь, и мы ей скажем, вот же второй саммит мира, давай, Камала, ура, ура. Тем более ты же возглавляла первый. Она же там ставила подпись. Давай вперед. Победит Дональд Трамп, он забудет слова «саммит мира», это никому будет не нужно, у него своя программа, сработал второй сценарий. И все забыли о термине «саммит мира». Вообще забыли. Где план победы? Ну, как бы тоже. Сегодня, кстати, был опрос. Очень интересный компания, это группа «Центр Новой Европы», это такой сингтенк украинский, очень уважаемый. И они заказали опрос, и там одним из вопросов, там очень много очень интересной, полезной информации о нас, об украинцах, о настроениях общественных, наверняка нам еще сегодня пригодится, но вот один из вопросов был про этот самый план победы. И там, что, как вы к нему относитесь, верите, не верите, что он себя включает. В общем, из ответов ясно, что никто ничего не понял. То есть никто из, так сказать, опрашиваемых не понял, в чем состоит план победы. А сейчас появляется новый план. Если вы заметили, да, вот для этой контактной группы, о которой вы упомянули, как бы пытается сформировать новый план, ведь заметьте, как формируется вот эта контактная группа. Она пока не сформирована, это пока условности, разговоры. Она будет состоять, как сказали, из стран, которые готовы помочь нам заключить мир, так? Да. Второе, из стран, у которых есть дальнобойные ракеты. Ракеты, да, это очень, это надо было с этого начинать. Третье, там еще что-то. Я такой сижу, подождите, это знаете, как называется? У нас вот до этого сначала был план мира, потом план войны. А это план войны и мира, прям по Толстому, да? Ну, потому что мы берем, у нас два требования к вам, чтобы вы дали нам мир, взяли нас в НАТО и дали нам дальнобойные ракеты. Да, они и приведут к миру справедливому, вот, запустим, потом будет мир, да, потом членство в НАТО, а потом и план победы, наши войска после победы на территории Европы, да, все складывается. План мира через войну, он называется, да. План мира через победу, то есть мы склеили все планы вместе, и у нас теперь план мира через победу. И это... На самом-то деле, конечно, я тут смеюсь, но это правильный, вполне разумный ход, очень разумный политический ход. Потому что мы понимаем, что сегодня инициатива в мире, безусловно, будет принадлежать Трампу на любые действия, пока, временно. Я не скажу, что так же будет через год. Это не означает, что на 4 года будет инициатива принадлежать. Но на ближайший год, 2024-2025, да, да. И справедливо совершенно, что в центре... прогнозы журнала «Экономист», вот такой, который в виде фотографий, рисунков и коллажа, в центре этой вселенной изображен Дональд Трамп. А все остальное производное. Вот там Путин с Зеленским у них, вот у них там Марс, на который полетит Илон Маск, вот там Джейн Остин, еще кто-то, я сейчас не вспомню. Но товарищ Си, вот. Но главный человек – это Трамп. Все будет вращаться вокруг Трампа. И это понимает Европа, и это понимает, естественно, наше украинское руководство. Поэтому все сейчас планы и группы создаются под это. Для чего создается, например, такая европейская инициатива? Для того, чтобы не оставаться один на один в ситуации, чтобы Трамп не мог единолично, так сказать, принимать решения, чтобы как-то составить систему, извините, сдержек и противовесов. Мы тут, Украина, потихоньку управляем миром, да? Ну, в этом вопросе, конечно, в нашем вопросе, в европейском. Ну вот, не в других темах. И создаем систему сдержек и противовесов через вот эту европейскую инициативу. Поэтому это очень хорошая идея, хорошая история. Ее, кстати, одновременно инициировали и из Украины, а одновременно с этим вышли, по-моему, Дональд Туск, там еще кто-то, что надо же нам сейчас в Европе какой-то как запустить тоже свой процесс. Это реальная история для того, чтобы, так как сказать, инициативы Трампа неизбежны, то надо их возглавить. Вот простой подход. Как это? Если движение нельзя остановить, надо его возглавить. Это то, чем мы занимаемся. А вот что касается решительности, как вы говорите, вот здесь у меня хорошие еще новости. По-моему, мы ее наблюдаем. Вот прямо сейчас. Потому что сложилась уникальная ситуация в Соединенных Штатах Америки. Там такое странное двоевластие, как мне кажется. Президент Америки сейчас кто? Ну вот по моему мнению Трамп. Ну честно. Уже. Если, да, конечно. Президент США – это Дональд Трамп. Потому что мы Байдена не видим, не слышим. В Нотр-Дам он не приехал. Не приехал в Нотр-Дам. Не приехал, смотри. Да. Был Трамп, был, Байдена не было. Трамп был, а Байдена не было. Потому что я подозреваю сильно, что Байден в очень плохой форме.
И мы последние два появления физические, так, ну, на каких-то мероприятиях, это было прогулка по пляжу и поход в джунгли. Оба раза мы видели прям трагедию. Трагедию Байдена, человека, который, ну, вряд ли понимает, кто он и чем он сейчас занимается. Все остальное мы видим уже в пересказах его помощников. Угу. Вот. Поэтому я считаю, что президентом США на сегодняшний день является де-факто Дональд Трамп, но при этом кто администрация? А администрация – это администрация Байдена. Ну да, а там еще и Салливан. Конечно, потому что посмотрите, ведь новые пока еще не действуют от имени Америки, они не имеют права, да их еще никто не назначил. Ну, да, они ведут разговоры с Ермаком, например, с его делегацией. Да, это новые, но Ермак встречается и с Салливаном тоже, не только с новыми. Но и с действующими. Инициатива по выделению нам оружия в руках Салливана сегодня. По пакетам помощи в руках Салливана. Салливан вышел месяц назад, сразу после поражения Байдена, и сказал, что мы за оставшееся время выдадим все, что есть. Так вот это было. Ну, в смысле, да. На всю сумму выдадим. Лавина, да. Говорит, будет. Лавина оружия. Да. Лавину он высказал. Вот, да, действительно, вот в конце недели он высказался уже про лавину оружия. И лавина не лавина, хотя бы половина. Придумал я стишок, который, почему я его придумал? Потому что я тогда сел и посчитал, что, извините, чтобы вам выдать все свободные у вас от 6 до 9 миллиардов долларов, точно мы не можем сказать, вот от 6 до 9 миллиардов долларов сумма, то вам надо выдавать нам вот там каждый пакет помощи раз в 2 рабочих дня. Стандартный ваш пакет 270 миллионов долларов. Они выдали сначала 270 миллионов. Поняли, что такими темпами нет. Nine. В прошлый понедельник они выдали пакет на 725 миллионов. Это как за 6 рабочих дней. Молодцы. А вчера они выдали пакет на 988 миллионов. Угу. То есть 12 куда-то дели, до миллиарда не хватило. Но тем не менее, это уже как за 8 рабочих дней нам выдали вчера. Поэтому похоже, что программа Салливана набрала обороты. И, похоже, ему это удается в настоящий момент. Удается. Кстати, многие там заявил, Пентагон даже заявил, что, слушайте, мы оголяем нашу собственную оборону на Ближнем Востоке, там-сям. Но Салливан сказал, нет, несмотря на это, все равно все выдадим. Не только выдадим это, но еще и объявим новые санкции против России введем. При том, что уже за время, когда Трамп избрался, а Байден еще не ушел, были введены санкции против Газпромбанка. А это с точки зрения россиян, то есть это по их данным, не по моим, не по нашим, самые серьезные финансовые санкции с начала войны. Вот в начале войны были введены сразу в марте санкции против всех остальных банков. Вот ничего более серьезного с тех пор не случалось для финансовой сферы России. То есть финансовая катастрофа – это введение санкций против Газпромбанка. Вот вам решительность номер один. Да. Есть еще решительность номер два. Это несколько событий, произошедших в мире. Ну, среди которых два, на самом деле, можно точно уж признать связанными с нашей войной. Это Сирия, которую можем обсуждать отдельно долго. Конечно. Ну, будем. А менее долго и менее отдельно – это Румыния. Посмотрите, что случилось с Румынией. Отделались пока что легким испугом. В Румынии в первом туре победил не просто пропутинский, а буквально вот нанятый Кремлем на работу человек. Под лозунгами «Я выйду из Евросоюза и из НАТО». Прекращу не только военную помощь из Украине, но и даже транзит зерна из Украины прекращу. То есть почему, на каком основании вот, да, президенту Румынии прекращать транзит зерна из Украины, если это просто выгодно? Это же бизнес, это же не подарок Украине, это же зарабатывают румынские порты, Констанция и так далее. Но, говорит, прекращу. То есть был просто путинский человек, Келин Джорджеску, и он выиграл в первый тур с результатом 22%, и ожидания были, что, скорее всего, он побеждал бы, если бы в воскресенье, как и положено, 8 декабря, состоялся второй тур выборов. Сначала обнаружилось, что все это инспирировано россиянами, все это на русские деньги, вся эта победа в первом туре. Верховный суд или Конституционный суд Румынии позаседал, и сказал, нет, все равно признаем результаты первого тура. И когда Верховный суд Румынии признал результаты первого тура, последовало немедленно письмо из Государственного департамента США, вот, да. В котором было сказано, что мы очень любим румынский народ, но если вы выберете Келина Джорджеску, то вам всем не сдобровать. Я перевожу с дипломатического на обычный человеческий. И на следующий день снова заседал суд. Да, и уже выяснилось, что все-таки совершенно незаконно, ужасно стал Джорджеску этим кандидатом.
Поэтому срочно всех сняли с выборов, все отменилось. И сказали, мы когда-нибудь потом проведем новые, но не сейчас, сейчас нам не до этого. Я думаю, они арестуют сначала Джорджеску, он бежит из страны за то, что выяснится, что он там брал деньги, ну, сам брал, неважно, его финансировали каким-то способом. Кстати, не уверен, что он через него пропускали эти деньги, да, но что его компания финансировалась незаконно. Возможно, даже без его ведома, что самое смешное, знаете. Вот я вам расскажу страшный политтехнологический секрет. Мой. А ну, давай. Не буду, естественно, называть имен и стран, но однажды в одной небольшой стране так получилось, что наш кандидат лидировал слишком большим отрывом. Ну, прям вот ужасно. Причем это демократическая страна, в смысле выборы были настоящие. Но молодая демократия, не созревшая, поэтому народ как-то ломанулся, все за одного голосовали. И меня тогда попросили, а не можем ли мы, ну, наш штаб, который мы были штабом потенциального победителя, немного порекламировать и других кандидатов. Ну, чтобы как бы вот, да? Немного паритет, да, голосов соблюсти, да? Ну, чтобы как-то, да. И получилось так, что искать связи с этими другими кандидатами, ну, это было бы слишком долго. Утверждать с ними рекламу, которую они не заказывали, это, согласитесь, прямо это была бы сверхсложная задача. Поэтому мы просто набабахали билбордов там и так далее, и все это просто поразвешали по городам, ну, другого кандидата. Он не знал, откуда на него это свалилось, но в результате занял второе место на президентских выборах. Да. Еще ему помогли, да. И доброе дело сделали. Что делать, да. Вот бывают и такие ситуации. Поэтому Келлина Джорджеску могли раскручивать-то, в общем-то, без того, чтобы с ним согласовывать. Это все было в ТикТоке, в соцсетях и так далее. Ага. Но вот факт, что Америка надавила по-настоящему, я думаю, на Румынию и просто заставило ее образумиться. Никто в Румынии, конечно, не хотел этой ерунды, все это понимали. Но американцы сказали, товарищи румыны, ерундой не занимайтесь, просто всех пришпандохать и все, и нечего тут разговаривать. Это решительные шаги, вот это называется решительные шаги. Ну и Сирия, которая отдельная история. К ней сейчас и перейдем. Ну да, может, его рекламировали в ТикТоке без его ведома и пиарили, но вот эти его заявления антиукраинские, антиевропейские точно происходили из его рта и не без его ведома и позиции. Да, поэтому очень хорошо, что здесь решительность проявилась. Мне тоже кажется, что это такой знак более чем символический, реалистический. Ну что ж, Сирия, Башар, скоро мы шутим, что Януковичу надо будет на всех крошить его золотой батон, потому что все туда, Башар Асад где-то в Москва-Сити, ну Янукович это может в Ростове или вместе, но тем не менее своих покемонов Путин собирает, которых бросает на самом деле. Это мы увидели и в Сирии. А насколько, Михаил, революция в Сирии молниеносная, просто взятие и городов за 14 дней и падение режима Асада, в которое 53 года больше длилось меньше, чем за 2 недели, обнуляет Путина в глазах того же Трампа и усиливает позиции наши, например, и не только, может, наши. Ну, вот я вам скажу, что, например, как он называется, «Нью-Йорк Таймс» написал прямым текстом, что события в Сирии – это крупнейшая для Путина катастрофа за все его правление. Крупнейшая геополитическая катастрофа для Путина за все 25 лет его правления. Я с этим не согласен, честно вам скажу. Я считаю, что это вторая по величине геополитическая катастрофа для Путина. Первый, конечно, не просто абстрактно Украина, а если брать сравнимые события, то это конец марта, 29 марта по 2 апреля 2022 года, крах российской армии под Киевом и крах российской армии под Харьковом, когда они бежали оттуда, сломя голову, потому что под напором стали огня украинской армии. Это было настоящее поражение и развеивание мифа о второй армии мира, и развеивание мифа там Украину за 3 дня, Киев за 3 дня. То есть все лопнуло. Весь план лопнул. И, в общем, с того момента это все и покатилось безвозвратно. Россия катится к краху с того дня. Поэтому Сирия – это второй камень на этом, как мне кажется, пути. Там, как вы знаете, как вы говорите, кто там собираются вместе, Янукович, Асад. Да, Асад. Сегодня была новость. Я не знаю ее происхождение, этой новости, но о том, что в Российской Федерации, значит, собралось за последние там 20 лет, в нее бежало 6 президентов. Угу. Один из них президент Украины. Ну как, написано было, 6 президентов из, и дальше перечислено, из Украины, Сирии и Кыргызстана. И дальше я посчитал, подождите.
Но я точно знаю, что из Украины сбежал один президент в Россию. Не два, не восемь, а точно один. Так ведь? Это прям факт. Ну да, да. Дальше. Янукович. Да, Янукович. Из Сирии точно один, потому что у них всего их было два, один умер, второй сбежал. Значит, получается, из Кыргызстана четыре. И это, вы знаете, близко к правде, потому что туда сбежал Аскар Акаев в 2005 году, это факт. Потом, правда, Бакиев сбежал в Минск, может, они его тоже посчитали, как бы как беженца в Россию. Атамбаев сбежал в Россию, насколько я понимаю, у нас Алмаз Атамбаев, это уже третий получается. Ну и вот я раньше не знал, что Жээнбеков, которого свергла Октябрьская революция 2020 года, как выяснилось, тоже в России. То есть это президент Кыргызстана, там уже можно деревню кыргызскую открывать, состоящую исключительно из президентов Кыргызстана. Ну вот забавная, да, такая национальная забава, беглые кыргызские президенты в московских окраинах. Но я говорю, одного они неправильно посчитали, потому что он действительно уехал в Беларусь и никогда ни в какую Россию, в общем, не собирался и не говорил про это. Но действительно интересная история. Теперь, что же касается того, что же это означает для Путина, на самом деле, по большому счету. Да. Показали всему миру, что их можно бить, этих россиян, что да, с ними не надо считаться. Не надо думать, что если они пришли, то это что-то решает. Вон сейчас товарищ Эль Джулиани... Ну, я имею в виду тахрировского руководителя. Да. Ну, так, вы говорили, так проще запомнить его, в принципе. Да, я не могу запомнить точно, какой гласный у него нет. Мало того, я сегодня узнал, что это не настоящая его фамилия. Да. Все-таки псевдоним. То есть, скорее всего, Джулиани ему ее и давал. Потому что у него какая-то есть другая фамилия. Подходит. Вот. Джулиани сказал, что мы должны будем учитывать Россию, потому что она очень важная, типа, важный игрок. А я такой сижу, а о чем игрок, а почему игрок, а что да. за игра? А что они еще могут предложить, Михаил? И я думал, что военных нет, они их эвакуируют, авиацию эвакуируют, флот бежит. Что может предложить Россия теперь Сирии, которая оттуда позорно убежала? Да, и главное, а они кто теперь там? Ну, в смысле, у них общей границы нет. Нет. То есть это же не то, что... Я понимаю, почему, например, Казахстан учитывает Россию. Понимаю, просто по-человечески понимаю. 7 тысяч. Километров. Да, огромная граница, да. Огромная территория Казахстана с не очень большим населением. И как вот это все охранять, да, вот такую огромную границу? Это проблема. Проще учитывать интересы России, потому что она вот прямо здесь. Но когда Россия где-то далеко, ее зачем тогда учитывать-то, собственно, в чем интерес? Вот и все. До свидания тогда, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес, как бы, и все. И сейчас Израилю не надо учитывать больше интересы России, потому что Россия ушла из Сирии. Да, и ведь Израиль особо, я думаю, с особым цинизмом и приятствием воспринял вот вчерашнее высказывание Пескова. Песков вчера говорит, что мы пошли на поклон целовать ноги Эрдогану, чтобы наших военных помогли эвакуировать через Турцию из Сирии. Причем он подчеркнул, что это речь идет не о тех, которые на военных базах. Про них мы вообще пока ничего знать не знаем и говорить не говорим, потому что не понимаем, с кем договариваться о военных базах. Это про тех военных, которые разбросаны по всей стране. То есть у них по всей стране, по Сирии, разбросаны какие-то военные. В том числе на израильской границе какие-то джипы ездили туда-сюда с российскими флагами. Их теперь найти всех не могут. Вот в чем интересно. Тоже могли переодеться и вступить в Тахрир, все эти российские военные. Да. А почему бы и нет, да? Да. Поэтому вот вам масштаб катастрофы действительно. И почему, собственно, остальные страны в этот момент должны хоть как-то учитывать интересы Российской Федерации. Нам все время говорили, надо помочь им сохранить лицо. Ну все, они его потеряли, вы правы. Кто теперь должен кому помогать сохранить лицо? Все, у них больше нет лица. Вышел Вова на крыльцо почесать свое лицо. Да? Увидел от лица, сразу грохнулся с крыльца. Я помню, да. Были такие стихи. Но там не совсем было лицо и не совсем грохнулся, но не важно. Но чесал точно, да? Да. Вот. Поэтому очень хорошо, мне кажется, получилось. С Сирией просто блестяще, да. И насколько, да, это получилось просто великолепно. Уже ни крыльца, ни лица, да, ничего, собственно говоря, не осталось. Что они там будут чесать, даже страшно мне представить, Михаил. Ну и насколько это показывает тому же Дональду Трампу, что зачем учитывать интересы вот такого вот никчемного бункерного? Ну, тут немного по-другому скажу так. Трамп, конечно, до своего... Ну, пока он говорил во время выборов... Он не придавал большого значения всей этой ситуации. Это правда. Честно. Да. Он поэтому сейчас говорит на вопрос, так а вы же обещали за 24 часа закончить войну? Он говорит, так я попробую, постараюсь, да, постараюсь.
И до войны, я думаю, что он вообще не пытался даже себе в голове создать какую-то реалистичную картину того, что происходит между Россией и Украиной. И это было с его точки зрения. Если не брать нас, а брать его точку зрения, цинично так, да абсолютно верным решением. Будь я его политтехнологом, ну, теоретически, да, я бы тоже ему сказал, товарищ Трамп, вообще забудьте про этот вопрос. Ляпните, что через 24 часа все решите. Американцев, ваших избирателей это устроит. Ну, просто устроит, да? Никто вам более подробно рыться не будет. А как вы собираетесь устанавливать? Какой мир? Вообще про это не думайте. У вас есть реальные вопросы на земле, американские. Вот ими занимаетесь, этим не занимаетесь. Это потом по мере поступления. И сейчас он как бы с чистого листа начинал. У него есть воспоминания о Путине. Но это воспоминания 8-летней давности. То есть он видел Путина 8 лет назад. И он помнит, какой был Путин 8 лет назад и что это было. Поэтому он как бы изначально исходил из этого. И Зеленского у него какие там воспоминания о Зеленском? Ну, какие-то, наверное, тоже есть. Правильно? Но только из далеких лет, когда он еще был президентом Соединенных Штатов, а Зеленский как раз заступил на свой пост. Ну, какие-то есть воспоминания. Он ими и жил. Вот мы с вами знаем, что Путин 8-летней давности и сегодняшний Путин – это разные люди. Да. И я почему-то сильно подозреваю, тут я с меньшей уверенностью, но я подозреваю, что Зеленский 2024-го и Зеленский 2019-го – это вообще разные люди. Просто совсем разные. Нет, понятно, что это один и тот же стержень в этом человеке, который помогает ему там все это делать, но характер, конечно, я думаю, за время войны сформировался совершенно другой. И я думаю, что Трамп заново знакомится с этими людьми. Его первая встреча с Зеленским показала, что Зеленский, в общем, поразил чем-то. Он об этом написал в своих соцсетях, что я, говорит, не ожидал. Оказывается, Зеленский готов к тому, всему пятому, десятому. Это уже достаточно, да? То есть он сформировал вообще другое мнение о Зеленском. А теперь ему осталось сформировать другое мнение о Путине. Я думаю, что оно тоже уже формируется и прямо очень так настойчиво. Потому что он успел пообщаться по телефону с Путиным и получить отказ, мягко говоря, в своих инициативах. А дальше увидел, что с Путиным в Сирии. Увидел по-настоящему, да, что его можно бить. Поэтому сейчас он формирует, он в процессе формирования своего мнения о том, как можно поступать с Путиным. Не так, что вот прям не буду учитывать интересы или буду учитывать интересы. Нет, он не через эту призму опять-таки думает. Как мне с него получить то, что мне нужно, с этого Путина? Ну, например, запугать, подкупить, коррумпировать или что мне с ним надо сделать? Вот этот выбор сейчас стоит перед Дональдом Трампом. И пока он проверяет, в том числе, опцию запугать. Ну, кстати, я вот в ряд под названием «Мы мочканули Румынию», русских в Румынии, в Сирии. А еще мы, то есть Трамп и старая администрация, но новый Трамп, вместе, я думаю, приняли решение об Атакамсах и Стормшеду. Это тоже важная история. А между тем, президент Украины Владимир Зеленский, также комментируя провалы Путина в Сирии, говорит, что Путин будет мстить за потерю Сирии. А чем он может мстить? Орешниками? Ударами по больнице Запорожья, как сегодня? Чем еще он и на ком он будет показывать эту свою месть? Ну, я не думаю, что реалистично что-то можно сделать, ну, как бы, что местью будет рассматриваться удары внутри Украины. Все-таки, безусловно, россияне рассматривают свою сирийскую историю как абсолютно другую и ничего общего не имеющую с Украиной. Мстить они могут, например, Израилю. Ага. Они же уже устроили нападение Хамаса на Израиль. Они могут устроить, попытаться как-то, ну, их попыткой будет вместе с Ираном как-то активизировать деятельность Хизбаллы в Ливане, ну, например. Или разрушить сам Ливан. Тоже как бы хорошая, может быть, тема для этого. И сейчас есть очень много очень больших опасностей для России и для Ирана на Ближнем Востоке, потому что кроме Сирии, которая становится, ну, может, не могу сказать демократической страной, но точно страной гораздо большей перспективой, да, для жизни, гораздо более самостоятельной, вот что уж там, гораздо более самостоятельной страной. Но ведь теперь у них огромный риск потери Ливана вообще, потому что Ливан снабжался через Сирию, я имею в виду снабжался оружием для Хизбаллы, снабжался солдатами Хизбаллы, и вот этого всего больше не будет.
Ну, прекрасно. А просто, что у них не будет уже вообще ничего, но у них остается еще то, что достает периодически Путин. Он как-то молчал неделю, а тут опять. Никогда не было его снова. На заседании, это вообще просто тоже отдельно, мне кажется, вам понравится, Совета по развитию гражданского общества и правам человека в России, это я не шучу, у них было такое мероприятие. Путин заявил на этом заседании, что появление ракеты «Орешник» на вооружении российской армии ставит на грань отсутствие необходимости российского ядерного оружия и его применения. Говорит, нам теперь не нужно ядерную доктрину совершенствовать, у нас «Орешник» есть. Ну и сегодня Лукашенко несколькими часами ранее сказал, у меня есть 30 площадок для запуска «Орешника», там вообще все белорусское, кроме самой ракеты. Ну и еще говорит, если вы думали, что я шутил, то нет. Ядерка тоже у меня имеется. Но какие права человека в России и зачем опять достали «Орешник» эти двое? «Орешник» достали все с той же целью. И сегодняшние слова подтвердили, что цель такая. Что хочет по-настоящему показать Путин западному миру? Что у него есть возможности для эскалации, кроме ядерных. То есть все время говорили так, ну где еще, какие красные линии? Да. А типа, если вы вот это, то мы вот так. А если мы вот это, то мы вот так, говорит все время Российская Федерация. Если вы дадите Украине, там, не знаю, танки, то мы сделаем вот такое, или сякое, или пятое, или десятое. Ну что, тогда вам мало не покажется. Но каждый раз выясняется, что они ничего сделать не могут. То есть вот они могут делать только то, что уже делали. Все самое страшное. Я вот сегодня, вот, честно, вспоминал, так как скоро Новый год уже, да, я вспоминал Новый год 22-23, прям новогоднюю ночь. Я тогда провел самый длинный в жизни просто стрим. Да, помню. Я почему вспоминал? Потому что в воскресенье в это я провел 2 стрима по 1.5 часа из-за Сирии. 6-3 часа, да? А это оказалось очень много и тяжело. Я прям забыл, как это бывает. Когда мы с вами разговариваем, то я же периодически молчу. А когда я один, то я говорю всегда. Да. И вот я говорил 3 часа и устал очень сильно. Тут я вспомнил, как же это 6 часов-то говорил в 22-м году, 6 часов подряд. Я вспомнил, что это была ночь, когда мы не знали, останемся ли мы живы. Все, имеется в виду все. Он пускал и пускал. Ночь, не конкретно даже та именно ночь, но тот период, да, темнота полная на улице. Тогда ведь не было генераторов, в кафе этого всего не было. И в торговых центрах не было генераторов. И ты выглядывал, я выглядывал в окно и не знал, этот мир еще существует или нет, потому что у меня не было связи с миром. Это сейчас, знаете, свет нам отключили, а интернет работает. Потому что кто-то протянул оптовое окно, кто-то поставил стабилизаторы, кто что. Да? Каждый что-нибудь допридумал. Генераторы на этих вышках сотовых сетей. Всего этого не было в 22-м году. Просто ничего не было. И ты каждое утро просыпался в том, мы типа еще живы или уже ядерная война была. Вот у меня было так. И тогда нас уничтожали каким способом? Раз в неделю, как вы помните, по расписанию. Мы тогда уже его более-менее знали. Массированный обстрел с самолетов, плюс баллистика. Кинжалы тогда еще редко применяли, правда. Плюс дронов тогда было мало, они появились. Да. Но были уже тоже, да, там до 20. Они были, да. Мы их в основном тогда на Одессу запускали, вот, тоже по энергетике запускались. Или по складам с горючим выпускались. Потому что их тогда еще не умели сбивать из стрелкового оружия, не знали, как с ними бороться. Но в любом случае это были больше 100 ракет за каждую атаку, каждый раз. И вот сейчас то, чем отвечает Россия на наши атакамсы, это те же самые 90 ракет плюс 100 дронов. То есть по мощности удар такой же, просто такой же, как был в 22-м году. Только мы-то уже знаем все, мы это все уже переживали. У нас система ПВО гораздо, ну, несравнимо лучше, чем в 22-м году. Наши энергетики готовы несравнимо лучше. Наше там количество запчастей для всего, что нужно, у нас несравнимо выше. Наши сами объекты защищены, опять-таки, да, несравнимо лучше и средствами ПВО, и средствами физической защиты. Поэтому нечего тут даже сравнивать то, насколько выживаемость Украины выросла за это время. А у России ничего не выросло. Вот вчера была интересная статистика, что за эту осень россияне выпустили в 4 раза больше дронов по Украине, чем в прошлом году. Вот чем в прошлом году за осень. Потому что они нарастили производство дронов в России, своих собственных, ну как своих, иранских, да, по лицензии. Кстати, жалуются, что качество очень плохое у них. Но это ладно, уж детали. Во-первых. Во-вторых, половина дронов, которые они сегодня запускают, это дроны-пустышки. То есть не настоящий шахет, а пустой шахет. Без взрывчатки, без там навигации и так далее. Просто так летит, чтобы отвлекать наш ПВО. И вот дальше мы садимся и считаем.
А, да, половину сбивает рэп, как вы знаете сегодня. Половину дронов сбивает рэп, а не ПВО. Ну, не стрельба по дронам. И получается как? Вот, скажем, да, раньше по нам запускали в месяц 1000, а сейчас 4000 дронов. Но ведь 2000 мы отклоняем рэбом из 4000. А, вернее, как 2000 пустышки, а из оставшихся 2000, 1000 мы отклоняем рэбом. Поэтому ПВО имеет дело с той же 1000, как и год назад. То есть, понимаете, они нарастили, но и мы нарастили. Да. Они нарастили мощность производства, а мы нарастили рэп и ПВО. И до свидания, результат тот же. Поэтому я к чему все это? Что нету инструмента у Путина для эскалации войны, кроме ядерного оружия. И тогда, получается, ему нечем пугать Европу, нечем пугать Украину, нечем пугать, что типа не поставляйте им Атакамсы или там, неважно, Таурусы, иначе я, и вот тут нечем продолжить, нечем, кроме ядерным оружием. А ядерная угроза уже как бы не воспринимается так, как раньше, потому что все понимают, что ну применишь, мы тебя вот вопрос уже не стоит. Да. И вот он придумывает эту легенду о том, что у него есть некое оружие, которое не ядерное, но круче того, что есть сейчас. И это легенда, потому что что-то мы его не видим нигде, как вы понимаете. Да, такой из себе из него сказочник никакой, как и все остальное. У разбитого корыта он остается. Михаил, спасибо вам огромное от всей души за сегодняшнюю беседу и за все ваши интервью и за ваши стримы на вашем YouTube. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Михаила. Активная ссылка прямо под этим видео. Сама смотрю и вам рекомендую. Всего доброго, Михаил. Берегите себя. До встречи через неделю. Спасибо, Ирина. До свидания. Папа. Михаил Шедельман, политтехнолог. Ирина Узлова была вместе с ним, друзья. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube Михаила, на YouTube 24. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.